Вода капает. Вот моя старуха замучила уже. Сделай кран. Долбит и долбит. Я говорю, сделаю же я ей. Завтра, послезавтра, на днях сделаю. Она все долбит, сделай. Целый год уже долбит. Ладно, сейчас попробуем сделать. Попробовать надо узнать, что это за вода, горячая или холодная, непонятно. Сейчас попробую холодную перекрыть, посмотрим. Холодную перекрыл, но капает, это значит горячая. Ладно, холодную обратно включим. Вот горячую перекрыл. Чё, кран пропускает, что ли? Вроде перекрыл, а все равно капает. Или это остатки? Но меньше стало. Будем разбирать горячую воду, значит. Сейчас попробуем сюда шапочку из жгута вот этого сделать, сюда дополнительную. Что получится? Сейчас попробуем завернуть. Проверить вначале. Сейчас попробуем. Падаем воду. Ну и все. Проблема решена. А то орёт, сделай этот кран, сделай. Вот. 2 года мне мозги выносило. Видишь, мужик сделал. Сказал и сделал. Но осталось только собрать. Все это дело собрать осталось. Колпачок этот. Все работает. Ух, что-то здесь колпачок декоративный. Ладно. Ладно, сейчас
Тут самое главное, сейчас еще раз проверим. Перекрыли. Горячий течет, холодный течет. И все, больше ничего не капает. Красота. Надо это дело отметить. Все собрал. Холодная течет. Горячая течет. Все. Просто там керамические две детали. Была щель, и тут протекала эта. Прижали мы сильно, и все. Вот жена придет, обрадуется. Все-таки 3 года ждала ведь. Ну все, проблема решена. Надо отметить шоколадку, холодненький джин домашнего производства. Ссылочку, да, ссылочки нет, я это не снимал пока. Ладно, может, сниму потом. Всем пока, будем здоровы.